огромный привет. Так, здесь закрываем, здесь закрываем. А тут, соответственно, открываем. На самом деле, это уже четвертая часть трансляции, хотя номинально, ну, точнее, ну, да, номинально она третья, а реально она четвертая, потому что в прошлый раз были проблемы с рестримом, пришлось стримить напрямую на Opera Gamer, и, соответственно, после еще и крашнулась запись, поэтому вы, собственно, если не присутствовали на прямой трансляции в понедельник прошлый, то и не понимаете, и не знаете, что же там произошло, и в записи не увидите. Ну, утешение ради сообщу, что ничего там радикального не случилось. И каких-то категоричных событий не произошло. Все нормально. Мы также лазаем по каким-то подземным канализациям в поисках какого-то рыжего хмыря. В общем, идет нормальный, цивилизованный процесс, как говорил Дмитрий Юрьевич. Так, ну вроде нормально. Харю видите, и слава богу. Погнали! Погнали, ребятушки. Звук как будто из шкафа стримишь. Да, насчет звука. Сломалась у меня старая гарнитура, точнее, хорошая гарнитура Plantronics, прослужила верой и правдой 2 или 3 года, ну, после чего почила в базе. Соответственно, была с почестями похоронена в районе мусоровоза. А сейчас жду новую гарнитуру, которую мне предоставили сами производители, представители бренда. Великодушно предоставили, в общем, буду ее всячески рекламировать. И вот в ожидании этой новой гарнитуры пока что будем слышать вот такой великолепный звук. Звук из задницы негра. Но это ничего. Ладно, погнали. Продолжим с последнего сохранения. Да, в общем, ключевых никаких изменений в игре не случилось. Единственное, что мы вышли из одного... Что? А, да, все нормально, ребят. Короче говоря, в прошлый раз... Сейчас это говорит этот полоумный. Это должно быть гидравлический пресс. Надеюсь, ты в него тоже когда-нибудь убежишь, дорогой мой товарищ. Значит, смотрите, мы очень долго в прошлый раз пытались поймать... Ну, даже я вам покажу. Ведь вы не присутствовали. Точнее, вы в записи этого не видели, потому что запись не выложена. В общем, вот тут мы долго решали головоломку с прессом. Даже положили кусок мяса на резиновую платформу, но ничего не произошло. Вот, у нас по-прежнему есть Dynamite, кусачки, отвертка. В общем, полный набор юного алкаша-трудовика. И с этим всем счастьем мы на свободе, что не может не радовать. Ладно, вперед. Мы подняли, собственно, гидравлический пресс наверх, а теперь почему-то не можем пройти. Так, нет, мы можем пройти, мы справимся. Да, все получается. Вот, в общем, рыжий продолжает нас склонять куда-то там прийти, приправляя свою речь знатным количеством психоделического бреда. Ну вот, так, я вернее, он уже работает, но приемник грузов закрыт. Такую дыру мог проделать тот червь, которого не может быть, я убедил себя, что это эрозия или хотя бы глист, только вот сильно в этом сомневаюсь. Что там убеждать, это был реально гигантский червь, который может завестись только, не знаю, в задницу у бомжа с 15-летним стажем. Вот, много ништяков, бонусов, очередные батарейки и то, чего нам не нужно. Кстати, друзья, приступил к работе над серией обзоров топ-5 всего чего угодно. Это будут мои личные рейтинги. Рейтинг. Ну, начал я с рейтинга 5 самых интересных, лучших хоррор-игрушек, которые приходилось катать. Надеюсь, что вы посмотрите. Ну, скоро, я думаю, где-то в течение пару недель будет ролик. В общем, хит-парады будем различные составлять.
Так, а что это такое? Похоже на какую-то советскую микроволновку или микроволновку производства Горьковского автозавода. Не знаю, что это. Да, кстати, похоже на запасной мотор. Это круто, а куда его вставить, собственно? Я, честно говоря, даже не помню, куда идти, куда я шел. Например, мы можем... Ну, во-первых, смотрите, есть некая дыра, кстати, да. Я даже не помню, откуда я пришел, но там вроде псина. А, нет, вот помните, в конце прошлой части трансляции мы попали в вольер, и там было много собак. Привет, Вербург 96. На ГГ выложишь? Да, выложу. Там было много разного рода дворняк, мы со всеми ними поговорили. Потом прошли дальше, нашли вот отвертку и плоскогубцы. И вот, собственно, пришли сюда. Но мне кажется, где-то мы еще что-то не посмотрели, куда-то не заглянули. Не знаю, может быть, трубу надо разместить. Радует, что в этой игре можно взаимодействовать со всем чем угодно, но не радует, что я не понимаю, что с ним всем счастьем делать. Тоннель продолжает работать. Кстати, а почему бы, например, вот мне этот мотор прекрасно. Ну, давайте сначала проверим на камне. Кстати, можно еще на стол забраться, посмотреть, нету там наверху ничего. Наверху вроде чисто. Вот проверим на камне. Значит, кладем камень на конвейер. Куда он видит, непонятно. Это мясорубка? Нет, это запасной мотор. Похоже на резервуар для хранения почек где-нибудь в муниципальной поликлинике. Ладно, вместе с резервуаром отправляемся неустрашимо вперед. Я понятия не имею, что дальше, но вот куда дальше эта хрень видит, вот это загадка. Ну, надо пробовать на камне, конечно. В первую очередь на камне. Так, камень поехал куда-то куда. Вот влево поехал. Вот я тоже пойду влево. И проверю, куда приехал. Может быть, сейчас нам из камня сделать маленький бюстик Ленина. Чем черт не шутит. Ну вот откуда-то он должен появиться, но, к сожалению, не появляется. Ё-моё! Чё это? Чё это было? Господи! Лента конвейера должна начинаться с того отверстия. Так, ну с камнем про канал, кстати. Вообще, я всех поздравляю. Ну, давайте посмотрим. Ага! А это, кажется, он. Смотрите. Да-да-да-да. Вот он, родной, выпал. Но что дальше? Все понятно, но что конкретно? Ага, здесь вентилятор, через который нам не пройти. Да, здесь вся территория, сплошная ловушка, пресса, теперь это... А, ну да, кстати, друзья, мы пробежали шавок. Да, я забыл вам сообщить в записи-то. Да, вот куда делась вторая часть? Еще раз, друзья, она крашнулась. Третьей части не будет, поэтому мы сегодняшний стрим назовем третьей частью. Запись испортилась. Так, значит, винт разболтайло, нам помешает. Попить, не пойму, чем это, что этим управляется. Тогда смело нажимай. Смело нажимай, авось разберемся. Нет, пока лучше выключим. Давайте еще немножко подумаем. Угу. Мотор. Тут вроде все понятно. Ну, я думаю, надо класть мотор вниз для начала. Или попробовать положить какую-нибудь, ну, бочку. А-а-а, все, я понял. Мы что-нибудь положим на пресс, оно выпадет здесь, мы поднимем и положим сюда. Называйте меня гением. Окей. Значит, нам нужно что-нибудь на самом деле положить туда посерьезнее. Например, вот этот вот бочонок. Этот бочонок прекрасный. Мы сейчас его определим. Наверх. Так. Ну что ж, давай.
мой железный друг. Я надеюсь, что ты уедешь куда нужно. Ползем наверх. И батюшки, сейчас нам бы на башку бы она не прилетела. Иначе, я думаю, сотрясение мозга нашему персонажу обеспечено. Правда, он и так тупой. Но зачем усугублять и без того серьезный дефект? Так, бочка не едет. Не знаю, может, она там где-то застряла. Может такая быть. Но это печально, видимо, не предусматривается. Не предусматривается это счастье. Попробуем. А, ну конечно. Конечно, это огромная высота, и действительно спрыгнуть с нее можно сломать себе. Все. Хорошо, есть еще одна идея, захреначить туда этот мотор. Все равно мы никуда его, кроме этого места, засандалить не можем. Давайте-ка. Вперед. Может быть, мотор нам поможет. Честно говоря, не хотелось бы здесь застрять, потому что, в общем-то, все понятно, но что конкретно? А! Ага. Черт! Хьюстон, у нас проблемы! Черт! Ну, конечно, как по-другому-то могло произойти. Может, мотор толкнет? Хотя хрен там, вон он стоит. Я в очередной раз сломал игру, я... Я не знаю, что теперь с этим делать, но я, честно, стараюсь как-то исправить проблему. Но не пролезает. Обожаю пенумбру. Здесь ведь абсолютно реальная физика. Вот бочка взяла и застряла себе. Нет, чтобы протолкнуть себя сквозь каменную стену, как это бывает обычно. Но нет, она застряла так же, как моя задница в дверном проеме в электричке. Ну, я, честно говоря, думаю, надо начинать сначала, потому что это ГГ. Пишем ГГ, выходим. Так, а я не знаю, что это за обогатительный цех, но кажется... Знания, высеченные в глубинах моего черепа, могут сравниться да, с тем, это оно. Та сила, она вернулась. Мне бы хотелось побыть с тобой, правда, хотелось бы, но обстоятельства, мой друг, не располагают подобным проявлением чувств. Может, скоро ты сможешь что-то изменить? Ну скажи мне, те резиновые ремешки все бегают в каменном зале по кругу? Кажется, я знаю, куда они бегут. Это должно быть рай. Может быть, тебе стоит заткнуться, дружище, потому что ты все равно бесполезен, на кусок говна. Так, здесь, соответственно, глиста проела себе новые тоннели. Возможно, это начало новой ветки метро. Какая-нибудь голубая линия. Так, ну ждем. Ждем чуда, друзья. Чудо пока не происходит, мы попиваем энергетик. Может, там мотор повредился как-нибудь, не знаю. Но мы ждем лучшего. Черт, он тоже может застрять. Ну что, камушком надо, камушком протолкнуть. Черт его знает. Короче, проблема в том, что сюда ничего не... Лестница выглядит хлипкая, получится ли ее сбить.
Да, я ее сбил еще до того, как понял, что надо сбивать, но давайте зачитаем список дел. У меня в обогатительном цехе вторая дверь обогатителя не срабатывает, что-то держит дверь в шахту. Для сектор цены, без кода туда не пройти. Короче, это чудо инженерной мысли, судя по всему, не поедет. Давайте попробуем все-таки каменным. Старым, добрым, дедовским способом. Все-таки я знал, что Россия это, хотя все происходит не в России, но я думаю, что Гренландия недалеко от нее ушла. Там все по-прежнему решается, как и в первобытном, в темные времена при помощи камня. Нет, друзья, это мой мозг работает в режиме первобытного века. Да, я бы так мог ждать еще, наверное, стримов 40, и так бы и не дождался. Ну все, теперь победа близка. Победа близка, ребята. Вот теперь я чувствую, что чудо инженерной мысли сработает. Смотрим. Так, даем мотору второй шанс. Я верю в него. Так, давайте еще разок. У тебя получится. А вместо сердца пламенный мотор. И надо нажать, конечно, на ту кнопочку. Понятно, что она запускает, но тем не менее. Инструкция по эксплуатации. Вот я не знаю, какой гений производства мог придумать, влепить инструкцию по эксплуатации прямо под пресс гидравлический. Не знаю. Возможно, именно поэтому на заводе никого не осталось, потому что все пытались ее прочитать, врубив этот самый пресс. Ну, короче, я узнаю русские производственные мощности. Они именно такие. Именно такие. Короче, мы теперь без мотора сегодня. К сожалению. Давайте камнем. С камнем, может быть, получится. Бочка застревает, камень должен пролезть. А камни у нас есть. Я хочу камень положить под вентилятор, может быть, он в этом случае застопорит эту систему. Ну давай, родной. Я думаю, что нужно идти туда, чтобы он по башке саданул и от башки отлетел, соответственно. Ребят, я не знаю, что делать, но о, кстати, открылась решетка. Почему в прошлый раз сработало? Не могли бы вы мне подсказать, почему она в прошлый раз сработала? Ну, страховочная решетка, я думаю, просто выносится киркой, и это было бы реально. Но не в этом мире, не в мире Пенумбры. Пайлин. Я не понимаю, в чем проблема этой игры, но я упорный. Я буду пробовать положить сразу два камня. Сейчас, ребята, мы устроим небольшой салют. Камнепад имени краба. Один хотя бы, но должен остаться. Так, больше ко мне нет. Еще бочкой бы подкрепить, но она застрянет опять. Сволочь. У тебя есть три бочки, го пирамидку. Ну, кстати, три бочки, пирамидка, это заманчивая идея. Тем не менее. Сейчас устрою тут. А может быть слушать, а может быть вот надо в эту часть положить.
Давайте, я хочу поскорее посмотреть, как все это грохнется. Ну, не лишайте мне это удовольствие. Так, первый камень уже упал. Я ненавижу тебя, игра, серьезно, это просто ад. Хорошо. Так, ребята, мы не теряем оптимизма. Что это за запасной мотор? Давайте попробуем. Ну в прошлый раз же он там остался, ну какого черта? Так, попробуем положить что-нибудь еще. Может быть, пронести что-нибудь еще. Может быть, нужно прям вот к дальней стене его направить. Ну, кажется, нет. Хотя сейчас неплохо пошел. Сейчас пошел неплохо. Положить же, блин, нечего. А что у нас есть с собой? Нет, надо, короче, чтобы он меня по башке засадил. Вот сука. Так, а что у нас с собой? Блокнот, пила. Может, пилой ее захреначить, решетка? А, может быть, отверткой открутить, кстати? Вот кусачки, например, смотрите. Оп. А отвертка? Почему отвертка-то не получится? Ну это же логично. Кусачки, мечик и все. Но нет. Разрабы думают как-то по-другому. Это надолго. Запаситесь терпением. Запаситесь терпением, ребята. Хорошо. Я сдаюсь. Я сдаюсь. Я вообще первый раз на стриме. Здравствуйте, Вервольф 96. Добро пожаловать в ад тупизны. Возродим работающую страту. Берем камень. Берем камень и постараемся, ну, может быть, камень откинет лестницу и, в общем, должно получиться. Фиг твою мать. Так, побежали смотреть. Камень должен откинуть лестницу. Через вентилятор нельзя, но я боюсь, что я пройду через вентилятор, но не весь. Так, ну камень должен остаться, пожалуйста. Да есть же ж. Почему только мотор не оставался, неясно. Ну ладно. Вот и прошли увлекательно первые полчаса трансляции. То ли еще будет. Так, покрошим же его в мелкую. А. Да понятно. Застопорить не получится. Как его остановить, интересно, конечно, но... Да. Главное, что не зря время потратил, правда? Вот это определенно успокаивает. Я не зря потратил полчаса, пытаясь этот чертов мотор сквозь камни. Ну да, давайте пирамидку строить. А что, три бочки есть. Все правильно. Я думаю, что бочки должны зарешать. Вот как хотите, ребята. Но бочки должны зарешать. Хотя как? Она же не... Но опять там застрянет, падла. Так, а если я... Назад возвращаться смысла нет. Соответственно, ребят, давайте рассуждать логически. Есть три бочки. Есть три бочки. Можно поставить одну.
Вот так. Я сказал одну поставить прямо. Нам нужно каким-то макаром, ребят, туда положить бочку. Во. И все. И закинуть как-то мотор. Вот бочку на бочку поставим, да, а дальше что? Черт. О! Фига, пацаны, что могу, смотрите. Сейчас будет бросок к имени Шакила О'Нила. Изи вообще. Даже не вспотел. Так, Коби Брайант бы мне сейчас позавидовал, конечно. Тихо. Стоять. Да, великолепно. А как я пройду-то? А, ну вот так. Ой, хорош, Олежа. Лучший, лучший. Просто лучший. Так, гоу дальше. Главное, чтоб червяк не сожрал. Но аскарид мы не боимся. Лечимся чем-нибудь антипаразитным. Мы ведь теперь такие верные товарищи до гроба. Я одарил себя любовью. Ты тоже, наверное, подаришь мне что-нибудь приятное. Ведь ты нарушишь все правила вежливости, если явишься на вечеринку без подарка. Бедный рыжий так голоден. Он мог бы съесть лошадь и даже седока. Но отыскать лошадок здесь нельзя. А мясо человечка плохая диета. Вот если бы ты заметил проворного грызуна, ты бы ведь мог принести его на последнюю трапезу. Такое ощущение, что этого персонажа озвучивал человек, который очень торопился к любовнице, потому что он тараторит текстом быстрее, чем автомат Томпсона изрыгает свои обоймы. Ну да ладно. Может быть, не знаю, он забыл выключить дома утюг и в студии озвучки об этом вспомнил. Это не имеет значения. Главное, что... Черт! Это мотор, ребята! Черт! Вместо сердца пламенный мотор. Хорошо. Но теперь, зная, обладая способностями Шакила О'Нила, мы легко решим эту проблему. Двигатель. Реклама, двигатель, торговля. Это жуткие звуки здесь. Главное, чтобы бочка не разломалась. Так. Ну что, вместо сердца пламенный мотор. Сейчас снова будем закидывать трехочковый, трехмоторный. Вот примерно так же собирают Ладу Гранту на заводе в Тольятти. Ну вот так берут просто мотор. Так, ребят, что это, мотор? Ага, это куда? Ну, не знаю, давайте попробуем куда-нибудь в переднюю часть залепить. А куда? Та хрен его, давайте вот туда попробуем. Не встает. В смысле, и мотор не встает. Ничего. Черт, я определенно... То есть бочку наш чувак кидает легко, но мотор с мотором не справляется, да? Мотор утопает в текстурах. Ну, давай, братан, подпрыгивай. Да ежишь. Если бочку я забросил трехочковым метким, то с мотором расправился путем великолепного данка сверху. Ай да Бонни, ай да сукин сын. Ему подсказывать можно? Ну, нежелательно, дружище, потому что все-таки игру прохожу первый раз, и если бы мне нужны были подсказки, я бы просто открыл руководство по прохождению, какое-нибудь пособие, и сидел бы по Википедии спокойненько игру штудировал. Но зачем? Интереснее ведь проходить, когда помучаешься, когда напрягаешься, правда? Окей, оби. Мотор. Привет всем, ребята. Добрый вечер, здрасте. Очередная инструкция. Мне нравится. Ну, видимо, инструкция рассчитана на людей с крайне развитой дальнозоркостью. Дальнозоркостью в какой-то радикальной
стадии. Оп, красиво. Действительно, вот так вот примерно и собирается автомобиль Лада Приора. Херак, просто мотор закинул, ну как-то оно там соединилось и работает. И слава богу. Ну что, жмем. А вот так, то есть, да? Черт, я-то думал, что на этом путешествие закончилось, но нет. Да, Дред, завод российский точно. Ну, какой-то из поддерживаемых нашим государством. Как известно, ведь в России все хорошо. Как только государство начинает заботиться о чем-нибудь, это что-нибудь погружается в грусть, печаль и тоску. Видимо, об этом заводе заботятся особым образом. Хотя, напоминаю, дело происходит в Гренландии, там только моржи и тюлени. Так, куда нас нелегко понесло? Ё-моё! Че это? Ну, я понял, что туда лучше не наступать. Хотя как, может быть и наступать. Я думаю, что порог горячий, это градусов 300. Но что с этим делать, решительно не ясно. Киркой. Так, что мы можем еще себе туда притаранить? Это, по сути, ничего. Добежать до вентиля. Там, кажется, он открыт. И вырубить его. Ну, просто нужно добежать, и все. А, легко. Ай! Черт. Нет, добежать не получается, но... А может быть, получится, не знаю. Так, ребята. Спокойно. А, понятно. Не, пар на всех абсолютно. А, нет, не на всех. А, ну понял. Не, не понял. Черт. Теперь понял, но слишком поздно. Слушай, ну а я дальше не вижу, на каких клетках. На каких клетках он появляется. Да, действительно, Дред заметил. Очень интересно, для чего нужна эта комната. Вот где просто пар идет с пола, ну, вероятно, хоронить какие-то оторванные руки и ноги, которые по документам должны быть целыми. Ведь на заводе техника безопасности превыше всего, вы же видите, как работает все. Инструкции великолепно написаны мелкими буквами прямо на конвейере под прессом. Так, это сюда. Ну, дальше попробую сюда. А дальше попробую сюда. Не угадал. Блин, ну это прям жесть. Ждем, когда освободится один квадратик. Увлекательное занятие, скажу я вам. Блин. Ничего. Какой-то... Вот представляете, сколько здесь народа перемерло? Может быть... Я понял! Я понял, что это, ребята! Вон, видите дверь? Вон, видите дверь? Вон там, за дверью, зарплатная касса. Получку. До получки добираются не все. Так, здесь тоже не угадали. Хорошо.
Да, попробуй добраться до зарплаты. Да, доживи до зарплаты. Вот в контексте этой комнаты фраза приобретает какой-то особенный смысл. Ну хер его знает, какая из них дальше. Дальше я просто умираю. Может быть, через одну нужно? Просто усынись. А, черт. Я, кажется, понял. Да, сзади. Я понял, я вижу. Я вижу, я понял. Вот она, сзади. Потом от всех. Меня. Вот сюда. Черт, не угадал. Окей. Продолжаем разговор. Видимо, дальше нужно идти по над самой стеночкой. Слушайте, я очень... Я, пожалуй, даже зарплату бы не хотел получать. Так. Блин! Надо откуда-то сверху смотреть, потому что это Unreal. А, вот же место. Так, здесь. А потом все фигачат. Смотрите, вон левая. Дальше вон та. Дальше вот эта. Потом сразу две. А потом все. А потом... Да, потом просто все. А потом... Может, подпрыгнуть надо? Знаете, у меня есть такая мысль. Может быть, подпрыгнуть на месте надо? Не, ну тут... На месте-то на месте, понятно. Ну да, я понял. Смотрите. Сейчас проверим вашу версию. Нет, на месте не получается. Значит, на следующее нужно стоять на месте. На следующее нужно стоять на месте. Ну. Это еще увлекательнее, чем запускать конвейер, я вам признаюсь честно. По крайней мере, можно быть уверенным в том, что задница ваша будет чиста. А дальше куда? А дальше куда? А дальше куда? Сука! А-а-а! Окей, а дальше куда? Я не понял. Сука, пожалуйста. Так, надо идти смотреть. Надо идти смотреть, что будет дальше. Потому что я понял, что щей не сваришь с этой хренью. Так, это сюда. Это так. Потом эти две. Потом хер знает какая. Потом левая. Потом вон та. И потом та. Ну, примерно понятно. Хотя как понятно? Блин. В моей заднице температура поднимается сейчас примерно в той же прогрессии. До таких же температур. Один раз. Второй раз. Раз, два,
3. Еха! Да ежишь! Блин, сохранится как-нибудь, пожалуйста! О, ну здесь уже полегче будет. Здесь как бы у нас вот есть. Есть средства. Решающие проблемы. Но надеюсь, назад мне больше не надо будет. Здесь можно сюда, но здесь же можно и вот сюда. Как известно, в таких вот заповедных местах все самое интересное и вкусное. Черт, налево, не направо, ну пойдемте налево. Звуки такие, как... Ой. Ой. Слишком. А, звуки примерно такие же издает мой компьютер, когда я забываю его неделю выключить. Да блин, долбани ты по решетке, тупая ты. То есть ты хочешь сказать, что ты не можешь выбить эту решетку, да? То есть все до этого ты выбивал легко с этой проблемы, да? Ну давайте, я, конечно, может быть, тупо делаю, но я буду рубить сук, на котором сижу. Нет, да, все равно проблематично. Может, наверху что есть? Ну вот вы серьезно, да? Может, мне развинтить надо? Это забавно. Я, конечно, могу динамит положить, но вот отвертка, я чувствую, что здесь нам поможет. Ее величество отвертка. Нет. Стоп. Окей. Господа, я хочу обратно. Я был неправ. Слишком высоко не дура, да и причина защищается. По сути нет. Что значит по сути нет? Я в дверь не зашел. Да вы чё? Ладно, слава богу, что... Слава богу, что... Твою мать! Ничего, ребята. Вы же соскучились по этому паровому цеху. Я, признайтесь честно, соскучились. Давненько мы не... Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Иха! Я знал. Знал, что вы соскучились по этим роскошным интерьерам. Да! Шизофрения терминальной стадии делать вот в цеху такой вот замечательный. Точнее, на заводе вот такой замечательный цех. А! Ну, а в очередной раз не зря. Я назову эту трансляцию не зря потраченное время. Действительно, ведь вот. Нет, я до конца пойду. Я буду кусать, вертеть. Вертел я ее вообще на всех местах. Ну, как говорится, знаешь, на всех обогатительных производствах обогащаются определенные личности, персоналии которых нам недоступны. А такие простые рабочие парни, как мы с кирками, обогащаемся только туберкулезом на таких вот производствах. Ну ладно. Вот роскошное место, конечно, для того, чтобы... ховать тут какие-нибудь 13 зарплаты. Может быть, здесь рабочие этой шахты водили сюда проституток или еще что-нибудь похуже. Ну, в общем, в любом случае, из этой стальной кишки мы выбрались. Добро пожаловать, новая локация. Тут псы, я уверен, будут. Здесь как бы не выйти, конечно же. Ну, не знаю почему. Просто...
А, можно выйти, кстати, смотрите. Смотрите-ка, ребята. Ну, эта дверь, конечно, кодовая. А, она не кодовая. А, это та самая дверь, которая была заклинена. Поставлю-ка я режим экономии энергии, потому что у меня почему-то дико... О! Че это? Так, это комната, которая не открывалась. Я помню, мы как раз ее открыли, чтобы вернуться назад по-быренькому и не ходить через все эти бесконечные паровые заслонки. В общем, все нормально, идем в другую сторону. Мы молодцы. Я в нас верил. Так, ну а дальше темнота и только огонек одинокой масляной лампы нас немного приободряет. Всем завалом завал. Нет, вот как я сдавал английский язык в университете, вот это был всем завалом завал. Я не смогу выбраться этим путем, не хочу думать, смогу ли выбраться вообще. Забей, ты сдохнешь здесь, мы оба это знаем. Так, ну этим путем понятно, что это такое вагонетка и пути для березки. Седая древность. Ну, слава богу, не седая ночь, иначе я бы боялся еще больше, ведь в этой игре мог появиться Юра Шатунов. Так и используют это все день. Ладно, седая древность. И снова седая древность. И только ей управляю я. Так, ну оно как-то должно вращаться. Оно как-то должно вращаться, сказал Николай Коперник. 32 года, поглядев на карту звездного неба. Так, ну, этот штурвал недвижим. Стало быть, я влезаю в вагонетку и просто и попер. Чев не могу перевести. Например. Например, цепочка. Угу. Цепи кованые. Значит, я думаю, что в такой вот вагонетке легко можно было бы перевести пару зарплат Захарченко. Но только пару зарплат, потому что всю сумму, конечно, для всей суммы нужен целый электровоз. Хорошо, тут-то я знаю, чем мы воспользуемся. Наконец. И вот они. Браво. Наконец-то кусачки захлоповали. Аллилуйя. По-прежнему ничего не могу крутить. Политика на стриме. Да какая политика, обычный варюга. Я не знаю, какого Захарченко ты имеешь в виду, а я имею в виду того самого бедного несчастного полковника, у которого нашли сначала 8 ярдов, а потом еще там какую-то дикую гремучую смесь из ярдов на банковских счетах. В общем, пол хранилища мы могли бы перетаскать. Так, а я все равно двигать ее не могу. Нет, могу. Эй, не так быстро. Алло. А, ну вот зачем нам все это нужно было. Так. Друзья, кажется, мы пустили шептуна только что. Этот шептун в подобной паранормальной обстановке начал нам что-то рассказывать. Такое может быть. Знаете, пукнешь в шахте и... По галереям этот звук пройдет, вернется к тебе, и кажется, что с тобой действительно кто-то общается. О, чья-то библиотека. Ну, вообще здесь милая. Милый интерьерчик, по крайней мере, лучше, чем все те интерьеры, по которым я бродил. Да какого черта?
Нет, серьезно. Ну, правда. Так, нам снова кто-то шепчет. Что? Ряды книг о разных областях промышленности. Это та же самая хрень. Нет, ну это... Вот я знаю, что делать со всеми книгами. Святая Инквизиция бы меня одобрила. Так. Ну, подмести вряд ли поможет. Распилить, но я же не... Не госкорпорация. Что тут пилить-то? Хорошо. Покусать, отвернуть, взорвать. Нет, я, по идее, я должен пролезать, но я не пролезаю. Нет, я пролез. Ура! А, я взломал в стену хранилище Захарченко. Так вот эта квартирка, слушайте. Стеночку-то мы приподняли, а обносить уже нечего, а Бэб все вынес. Жаль, жаль. А Бэб все вынес и, как говорится, перепрятал. Вот осталась только личинка, которую отложил Захарченко, когда его взяли с поличным. Такие дела. Естественно, всю валерьяну он выпил. Целую сотню газетных вырезок, все они связаны с биологией, медициной, местом дикой фауны и полевыми исследованиями. Бонич, кто создал Вселенную? Какую конкретно? Я знаю, как минимум 40 Вселенных. Скальпель! Прикольно. Почему я не могу? Это пол Бермудский треугольник, друзья. Ребята, это пол пенсионного фонда, понимаете? Ты сюда все время что-то приносишь, а оно потом исчезает. О боже. Это уличная магия. Такие микроскопы были в ходу в 60-х, но с тех пор техника шагнула далеко вперед. А микроскоп за ней не ушагал. Так, стиль approach. Несколько записей медицинского толка. Изображение касается серого стального скального червя. Для беспозначных отвар необходимо велика. Да, да, мы это уже заметили. Спасибо. Артефакт ядрива в корень. Рабочий когда-то безымянный человек. Это он открыл эти адовые врата. На его лице страшная ухмылка. Он смотрит на мучения людей. Потом отворачивается. Но отец все смотрит на него. И в руке его зажато что-то важное. В руке его зажато. Зажато. Анализы. Что может быть важнее? Все они, это я, внутри этого цилиндра, а снаружи тоже. Я не понимаю, в голове не укладывается. Ну и не напрягай мозги. Все-таки хочу это сделать. Нет. То есть зажигалкой книги поджечь никак, да? Ужасно темный снимок, выглядит как крупный план кольчатого червя. Больше разглядеть не выходит, да я и меньше разглядеть не. Не знаю, кто тут что усмотрел, я лично вижу анальное отверстие порноактрисы после тяжелого дня съемок. В общем, спасибо, очень увлекательно. А, у нас же есть еще, смотрите, какие штуки. Штуки-муки. Защита на дыру написана теперь та еще задачка. И нафиг она нам нужна? То есть поджечь газету не получится.
Ну хорошо, ладно, комсомолочка почитаем на досуге. И поджечь нельзя, значит, вынуждены читать. Ладно, все это прекрасно. Великолепно. А чё дальше? Вот можно поиграть в симулятор сантехника, но зачем? Сотни газетных вырезок. Ну, короче, все это связано, конечно, с Ктулху, безусловно. Доскание храбрости к тренингу, но все они относятся к клубу кольчатых червей. Вот, а Ктулху, который, как известно, Фухатагн, можно, ой, как увлекательно, можно, например, пошвырять кольчатого червя. Аккуратно вскрытый червяк, уменьшенная копия того, что едва не протаранил меня в шахтах. Возможно, просто незрелый особь. Червь расчленен, внутренние органы удалены, какие червя могут быть внутренние органы. Должно быть, он ровесник той стены, что я снес. А, я понял, ребята. Не знаю, кто там ровесник стены, но я понял, что вылезало из отверстия порно-актрисы, когда сделали крупный план снимка видимого на экране. Да, да, как раз по размеру. Ладно, установив сие дедуктивные силлогизмы, мы отправляемся дальше. Ведь нас ждет дверь. Ах, хрен там, она не ждет. Так, еще раз, что? Дверь закрыта, а в замочной скважине, кажется, на ней что-то торчит. Да твою мать! Еще раз, что? На всякий случай. Без кода не пройти. Так, еще раз, что торчит? Ладно, пробуем. В общем, все, в том числе и старую газетку, не знаю. Если я просто вытолкну ключ, дверь останется закрытой. Надо придумать, как подобрать его с пола после падения. Ну, сейчас. Я решу вопрос, это же легко. Ага, вижу ключ. Вижу ключ, он действительно торчит в замочной скважине. Коллеги, давайте же поразмыслим. Карандаш. Артефакт называется, господи. Да, газета под дверь, это нормальная тема, кстати. Газета под дверь, это здравая мысль. А что потом? А со шваброй? Между дверью и полом есть зазор шириной сантиметра, с той стороны тьма тьмущая. Ну все понятно, конечно, очевидно, газета. Естественно, я сам уже давно об этом догадался, просто дал вам возможность немного поразмыслить. Что еще можно делать со старой газетой? Ну а теперь... Кстати, можно карандашом еще воспользоваться. И я обычно так открывал. Но почему я не могу его взять сейчас, я понятия не имею. Распишемся. Не знаю, зачем я это сделал. Но так как-то веселее. Так, окей. Теперь все-таки отвертка. А теперь все-таки газетка. Шикарно, ребята. Нам просто нужно вручать Нобелевскую премию. А все, газетку больше не возьму. Но хоть почитать. Медицина сегодня. Но если это про российскую медицину, то вот читать бесполезно все равно. Это где-то 15 век европейской медицины. Я думаю, наша медицина наконец-таки изобрела... Господи, хотел сказать быстро и забыл. Как оно обычно бывает. Медицина изобрела антисептик. И на том спасибо. Но мне известно только одно земляное существо зеленой крови, которое может отрезать кровью и сумеет после этого ползти. Да червь!
Не, все нормально. Личинки спят, и это здорово. Искусственно созданная среда обитания. Но с обитанием не сложилось. Черный внутри давно мертвы. Мы разными днем плохо узнали, как это не находить путь на волю. Ага. Ну, мы можем помочь им, конечно. Хотя вряд ли. Так, ох ты, ё-моё. Вокруг столько смерти, слизняки здесь просто неизбежны. Ну давайте, загасим. Это же, в конце концов, увлекательно. Так, а можно выключать их? Ё-моё! Слова неприличные написаны, читать не могу вслух. Ёшкин дрын. Эти каракули повсюду, с ультрафиолетовой чернила, такое мог написать и придумать уж безумец. Но кем он был? Действительно, это важно. Сейчас. Так, дыра в стене, но... Нет-нет-нет, он не зря же все это произошло с нами. Ну-ка, давайте откроем шкафчик. Фатима. Может быть, он что-нибудь нам еще оставил? Так, что-то про... Не знаю. Боб. Похоже, что это новый текст песни Джигана. Смысла в нем примерно столько же. Ты ушла, ушла, я плакал, плакал всю ночь. Поет с дыранями качок. Скорее всего, да. Скорее всего, это был Джиган. А, я бы сказал, старый микрофон сквиз. Жду появления нормального микрофона. Микрофон уже выставили, все нормально, ребят. Ждем. Так, кровища. Кому-то здорово досталось. Я знаю, может, просто под рукой не оказалось прокладки вовремя. Все шкафы не в лучшем виде, явно произошла схватка. Вот так вот мы решаем проблему. О! Я знал, что хотя бы записка будет. Так, ну-ка. Кстати, а вот это что такое? Это похоже на крышки от банок. У меня мама как раз помидоры закатывает, я бы взял, но нет. Журнал доктора биологии и медицины Джи Петерса, рабочий иначе, того года начал 30 марта 60-го года. Завершены в 72-м. Северо-западная научная станция. Работа по одним сообщениям взаимопомощной корпорации, публикация измененных отрывков, объект изучения генус Ребикурия, сервис крайних червь. Ну понятно, кто здесь жил. Цель изучения выявить причины аномальной активности объектов скала Гренландии. Используется методика сбора образцов, произносит точного определения, проведение стандартных тестов, наблюдение препарирования. Со дня прибытия в шахтерский городок меня не перестает поражать многочисленность местной фауны, обитающей в столь тихо, как на простых рабочих, обитающих в столь тяжелых условиях. Будет логично предположить, что особи, чей реал обитания лежит глубоко под поверхностью, оценят вторжение людей как серьезную угрозу своей жизни. Однако в данном случае наблюдается совершенно иная картина. Любопытно, что определенные участки... Да ему черви тапки переносили. Любопытно, что определенные участки шахты почти полностью лишены признаков жизни, в то время как нижние слои кишат всевозможными существами. Если обстоятельства сложатся удачно, я обязательно ухвачусь за возможность проведения дальнейших исследований этих организмов. Тем не менее, стоит помнить и о первоначальной цели своего прибытия. Гениус Рихуэрне. Наконец-то бумага пригодная для письма. Только поглядите, до чего дошло. Я рыскаю в поисках бумаги, чтобы нацарапать пришедшие в голову мысли. Ха, что тут у нас? Какие-то исследования. Да, неважно, бумага есть бумага. В какой-то веке я могу описать происходящее здесь, внизу. Вот уже хрен его знает сколько. Наверное, год, если сейчас на дворе конец 2001-го. А Рождество, Новый год, празднование тысячелетия. Слишком далеко, чтобы быть важным. Я очень устал. Надо бы отдохнуть до начала записи. О, это надолго. Короче, профессор тут, значит, червей изучал в 72-м. А, я так понимаю, наш огненный, крашеный рыжий друг добрался до этой комнаты вот в районе 2001-го. Ну, посмотрим, что он тут накропал. Сбор образцов ведется намного проще, чем я предполагал. Подготовка искусственного вольера для скальных червей прошла
без сучка, без задоринки. Ну, парень думает о девушках даже глубоко под землей. Самих же червей здесь столько, что приходится скорее отгонять, нежели ловить их. Все особи растут с обычной скоростью, порой даже обгоняя своих предшественников по размеру. Предполагая, это происходит из-за отсутствия естественной угрозы жизни червей. Читать в полной темноте в подземельях Гренландии — то еще занять. Почему фон? Мило. Три взрослых червя в искусственном вольере, две молодых особи мертвы. Я пробовал здесь внизу уже 2 дня. Все собирался записывать события, но был слишком занят, укрепляя защиту. Позаимствовал в Сараштахте немного припасов и выстроил стену. Надеюсь, она остановит этих тварей и сделает мою жизнь чуть проще. Если подумать, я здесь неплохо устроился. Вот только баб не хватает, рыжих. Все эти старые исследовательские заметки говорят о чем-то похожем на существ, что гоняли за мной 4 дня назад, когда я выходил из убежища. Говорят о чем-то похожем. Ага, не поймите меня неправильно, но после всего того, что они со мной сделали, я лучше столкнусь со стаей волков. Или еще какой напасти, например, геморроем размером с кулак. А ведь мы дрались за своей жизни почти что год, без надежды, без шансов. Не знаю, сколько еще выживших осталось внутри пещер. Но да все к лучшему. Когда-нибудь эти найденные записи помогут сражаться с проклятыми тварями. Со скальными червями, которые ищут и преследуют меня. Не понимаю, как они узнают о моем появлении, мчатся к добыче в темноте. Действительно, ведь они всю жизнь жили в подземельях. Как они видят в темноте? Может быть, они слепые и ориентируются по запаху? Но теперь, быть может, и узнаю. Здесь полно вырезок из старых газет. Думаю, все они относятся к шахте. Даже не представлял, насколько она древняя. Насколько большая. Точно метро. Первое гренландское метро. Теперь понятно, почему здесь проводили исследования. В костях гор здесь зарыта сама история. Меня кое-что беспокоит. Мы возложили все надежды о спасении на одного из ученых, который смог уйти из шахты перед самым началом катавасии. Катавасии? Давно этого слова не слышал. А еще суматохи, неразберихи. Столпотворение. Мы надеялись, что ему удастся выразить помощь, но кажется, он разделил нашу судьбу. Я должен написать о произошедшем, дать миру столь нужные ему ответы. Нужные, чтобы не пасть жертвой того, что вырвалось на волю в этих местах. Нас сперва надо позаботиться о безопасности, найти дорогу отсюда и способ грохнуть этих длинных кольчатых тварей. Последние существа явно крупнее предыдущих. Молодые особи продолжают расти и серьезно превышают первоначальные размеры, хотя взрослые черви замедляют свой рост. Я с интересом наблюдаю за жизненным циклом этих удивительных существ. Эх, сейчас бы на рыбалочку. Судя по всему, черви располагают 3 видами чувств: вкусом, обонянием и чрезвычайно развитым тактильным ощущением. Последние позволяют особям чувствовать малейшие вибрации скалы так же хорошо, как глаза человека превращают свет в зрительный образ. Естественная добыча червей – насекомые меньшего размера. Надо сказать, у атакуемого жучка мало шансов на выживание, ибо червь – безжалостный и крайне эффективный убийца. Он ошибался. Не чуют они запах. Сегодня я пробовал, вы поняли, что сделать их останками, но толка не было никакого, зато подтвердило, что они ощущают движение по вибрации. Теперь понятно, как они видят в темноте. Проклятие, в шахтах у них почти невозможно уйти. Я в зоне их охотничьих угодий. Прошло 3 дня, и все еще слышу их там, за стеной. Со всеми предосторожностями я закрылся в малом кабинете исследователя. Сходил по-малому, по соседству с основной лабораторией. Хотя, если они проломят стену, то снесут и деревянную дверь. Но хоть что-то. Исследуемый подвид великолепно приспосабливается к окружению. В случае выхода на поверхность изучаемого подвид быстро вытеснит другие популяции червей, а затем, скорее всего, и человечество. Но, учитывая рост и увеличение продолжительности жизни червей, рискну предположить, что данные особи оставлены в исходных условиях обитания на длительный срок. 300-400 лет, вырастут еще на 7-8 сантиметров, а до 7 длины в 0,3 метра. Однако, если условия будут меняться или по неизвестной причине подстегивают развитие особи, физический рост может пойти намного быстрее. Я здесь 5-й день. Клянусь, они начинают окружать мое убежище. Не знаю, проломят ли они мою стену. Но ведь могут пройти в любой другой стене. Через потолок, через пол.
Безрадостные перспективы. Я хотел написать отчет о событиях последнего года, надеясь на поисковые группы, на вынос записей во внешний мир. Но сейчас я слишком хорошо понимаю, что мне кирдык. Так зачем продолжать писать? Хороший вопрос, ему бы ответ подстать. А у меня есть только один, я скорее задержусь, а зарежусь, чем умру в зубах одного из этих ужасных чудовищ. Вырасту до 30 сантиметров. Ха! Западня готова, эти твари могут сожрать мое тело, но жизнь мою им не отнять. Отлично, отлично приманил. Такая ловушка года. Сожрать тело, но не жизнь. Какой-то оксюморон. Ну что ж. Короче говоря, ребята выросли чуть-чуть быстрее, чем предполагалось. А мы идем дальше. Так. А я сюда не пройду. Обломки на селам, что слышишь, через не знаю, через камеру, там еще большое, здесь повсюду слизь и кровь. Ну да, был замес. Замес этого люмпина с червями. В общем, наверное, закончился не в пользу люмпина. Ну, а что мы еще хотели предположить? Это простой пролетарий. А тут целый червь. Я... Знаете, что сделаю сейчас? Мне же ведь все равно их... А я не могу его выкинуть? Я не могу выкинуть? Вот за фук, мазафук. Как так-то, я же... Ну, кстати, можно-то выйти, конечно. Пока ты охотишься на эти лакомые кусочки, по которым слюнки текут, я тебе кое-что скажу. Есть места, куда ходить нельзя. Нельзя под страхом смерти, понимаешь? Там живет жнец, такой же, как ты и я. И так же, как мы, он должен вкушать плоть менее везучих тварей. Поэтому я прошу тебя не ходить в это местечко, даже по праздникам. Я бывал там, когда тьма гасила мой бедный раскисший ум. Темное это место, темное и злое. Там из моего разума выплывали плохие вещи, текли по нервам, чернилами, по стержню. Синие чернила обращаются... Чернилами по стержню, прям... Да, кровь, еда. Если проголодаешься, имей в виду, крыс лучше всего готовить с капелькой машинного масла. Спасибо, конечно, господин Макаревич или кто-то там, Ургант, ведущий программы СМАК. Я обязательно приготовлю тебе крысу с маслом, но куда не ходить? Ну, туда я, очевидно, пройти не могу. Если я пошел назад и... О, фонариком, кстати, посветить — хорошая идея. Забавно. Так. Ну, в общем-то, по-моему, там ничего хорошего нет. Поэтому... Оставим сие милое место, судя по всему. Можно поджечь, кстати. Нет, нельзя. Ладно, топаем. Кстати, подождите, а вот еще что. Смотрите, у нас же есть метла. А ей можно только драться, да, соответственно... Ну да, самое можно только гаситься. Хорошо. Кстати, вот пила еще. Пила, вот идея распилить, короче, штуку. Вот, да. Я сделал все, что мог, я иду назад. Иду назад, потому что просто идти больше некуда. Иду прям назад-назад. Прям иду прям назад. Мы здесь, правда, ничего не взяли полезного, к сожалению. Ну, ничего, ребят. Все проголосовали за Единую Россию, поэтому вот как грохнет в 17-18 кризис, вот будем все крысным машинам масло готовить, так что совет до некоторой степени полезный. Ой, политоту развел. Фу, стример, не очень. Я тоже голосовал за Единую Россию. Ну, поздравляю. Ты в жопе, Марио.
Хотя. Честности ради сказать, за кого другого мы бы не проголосовали, были бы в не меньшей жопе. Ё-моё. Такое ощущение, что кого-то прорвал недельный запор. Кстати, насчет кода от двери. Ну да, код от двери нужен был, и чё? Стоп. Это хороший вопрос насчет кода от двери. А он там на стене не начертан? Ну так, случайно. Просто вот... Код от двери. Все лучшие, конечно, впереди. Галустян, ремни. Может быть, это сюжет очередной русской смешной комедии. Свет в городе давным-давно погас. Шубадуба-уапап. Ну, короче, ребят, проблема в том, что нет тут ни хрена. Ладно, я пошел. Может, здесь? Тут тоже вряд ли. Тут тоже вряд ли. Да и здесь. О! Хрена себе. Прошлой ночью в Гренландии без вести пропал рабочий северо-западной железной шахты. Предположительно, он мертв. А власти пытаются привести его в чувство, но он храпит и дышит перегаром. В настоящее время горнодобывающие работы стали крупнейшим ответвлением промышленности Гренландии. Промышленности Гренландии. Ага. Северо-западная железная шахта работает 16 лет и считается относительно молодой организацией в сфере этого бизнеса. Кроме добычи железной руды, ведется частичная разработка свинца. Сам комплекс, построен на месте старой шахты, ранее использовавшийся в качестве военного бункера, окончательно закрыт в 1952 году. Значит, в 52-м был бункер, потом... Нет, сначала была шахта. Нет, сначала был бункер, потом шахта, потом горнодобывающая, и вот только потом, еще в 2001-м, еще какая-то хрень. Железная шахта продолжает приносить ощутимый доход, даже несмотря на недавнее исчезновение, так и не названного рабочего. Нам удалось узнать, что этот сотрудник был молод, горяч и все такое. Ну, предположительно, таджик. Власти обеих стран сейчас пытаются связаться с основными родственниками пропавшего. Сотрудник компании пропал 10 дней назад. Бригадир пытается связать два слова, но у него это не получается. А также он пытается использовать свою власть для признания работника мертвым. Решение по этому вопросу принимается нелегко, однако даже полное расследование деятельности шахты вряд ли увенчает поиски успехом. Без соответствующего оборудования или транспорта человек не может выжить в ледяной пустыне. Хотя власть предрассудков среди местного населения пошла на убыль отдельные аборигены. Аборигены, вот как называют. Вот как они называют. Простой рабочий класс. Карла Маркса на них нет. Они почему-то папуасами их назвали. Считая территорию шахты проклятой, в момент подготовки данной статьи наша редакция наткнулась на отчет почти 40-летней давности, в котором говорилось о недавно высоком проценте самоубийств в этой части острова. Однако к нашему времени эти исключения были признаны безосновательными. Ларс Эйгенсен. Ну давайте еще разочек посмотрим. Да нет там никакого кода, ребят. Привет, Рэдс. Слушай, давай политический стрим. Я, в принципе, могу разговор на стрим устроить. И там обсудим Крым, Рим, медные трубы. Главное, что он наш. Иха. Теперь зажили. Ну, согласитесь, зажили чудесно. Особенно гражданин Ротенберг старший, который возводит мост через Крым. Вот он зажил еще кошернее. А ну, нам всем, конечно, Крым
отозвался чрезвычайно приятным улучшением жизненных условий. Исчезновением одних товаров, подорожанием других. Ну, он наш. Можно съездить отдохнуть. Кстати, цены на отдых стали приближенными к российским. А ведь раньше ездили в Крым практически на халяву. Когда он был украинским. Но все равно, продолжаем гордиться. Бумажка за проектором. Да вы чё? Да вы охренели просто! Вы чё, ребята? Нет, ну я как бы и чату это сказал. Здорово, тренер, нормально. За экраном. Блин, да вы так, зачем вы так прячете-то? Пришлось даже спойлеры читать, но... Вести Арктики. Понедельник, 7 июня 1993 года, когда Земля уходит из-под ног. Сейсмологи и материнская служба сообщают о проявлении провала в тундре. Около 100 квадратных метров поверхности ушли в подземные пустоты. Часть этой Земли оказалась необитаемой. Затронутая территория является частью северо-западного горного пояса. Провал был заменен практически случайно, благодаря прибытию исследований. Эксперты полагают, что естественные пустоты Земли появились в результате обрушения шахт, брошенных еще в 70-е годы. Они также не исключают возможности взрывоопасных веществ, оставшихся со времен горных работ, абсолютно там психотропных веществ полно. Дитиллизергиновая, например, рванула. Вероятность крайне мала. Подметка здесь. А, здесь же сейчас нет. А, и хрен там, нет ничего. Лососники тунца, как говорится. Кода нет. Нету кода. Не хотелось бы вас расстраивать и себя тоже. Ну, короче, я понял, нужно найти код. Нужно найти код. Нельзя сотворить здесь. Поскрипывать задницей наш персонаж. Ну, нормально. Для игр. Может быть, он написан иголочкой на ниточке под микроскопом. Пока непонятно. Заморили червячка. Кода нет, но вы держитесь. Здоровья вам, удачи и хорошего настроения, безусловно. Но это не точно. Еще что-нибудь, может быть, читануть? Вашингтон пост. Может, зачем-нибудь еще заглянуть за что-нибудь. Ребята. Я настаиваю, что мы в жопе. В самой ее глубине. О. А, да. Титицкий, етить, перетитицкий. Что делать? Я могу двигать эту хрень? Нет. 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 Еще я очень хочу по-маленькому, ребята. Вы не представляете, как. Черт, нам нужно туда. Туда нам нужно. Но нет. Видимо, не нужно. Шлампу разбить. Так, друзья, друзья, без спойлеров. Позвольте мне решить эту головоломку. Спасибо, ребята, спасибо. Что-то вроде какая-то мутка была с комнатой, где ультрафиолет. Ах ты ж, елочки, ты с палочкой. Что ж делать-то, блин, горелый. Не, ну, конечно, тральнула игра меня знатно. Прям глуманула. За проектором оказался листик, но кода на нем не было. Эх, молодцы. Хорошо, давайте мутить с комнатой. Давайте, может быть, шкафы подвигать, кстати. Вот. Не дурная идея. Подвигать шкафы. Закрыть их все. Безусловно. Подвигать. Нет. Черт. Так, а давайте дверь закроем. Так, комната.
Может, я что-то опять сломал, разбил. Не знаю. Ну, в принципе, ключ от гаража мы ведь нашли. Че бы нам не найти код. Плачут, плачут небеса. По тебе, Бог, смерть, безде, базум. Криштиану Роналду. Виктор Цежик. Окей. Да, да, согласен, ребята. Ультрафиолет не зря. Вот вы правы, правы, правы. Правы как никогда. Замок. Ультрафиолет здесь не зря. Я понимаю, что да, это не для красоты было сделано. Зачем? Зачем делать такую фичу сложную с ультрафиолетом? Обращать на нее столько внимания. Для того, чтобы просто раскрасить интерьер. Да, это я согласен, как-то неправдоподобно. И вот эта дырка меня беспокоит. Дырка! Эта дырка меня беспокоит. Сказал судья, рассматривая дело Васильева. Дырка в бюджете, естественно. Ну, твою мать. Так, ладно. По-рабоче-крестьянски не получается. Давайте думать головой. Убираем лампу. Давайте думать головой. Ухо. Код. Код это цифры. Но цифры здесь просто нет. Что у нас еще есть? Фонарик. Не знаю, как поможет фонарик с ультрафиолетом. Они будут они работать? Я не собирался. Фонарик с ультрафиолетом. Фонарик с ультрафиолетом. Нянина-нина по утрам. Сигнальный факел, обезболивающий молоток. Молоток, метла. Все-таки что-то мы тут должны. Что-то мы тут, может быть, лампу, кстати, отвинтить. Вот, кстати, вот такая вот мысль. Нет? Перекусить? Нет. Хорошо. Боб написано или БСП? Джей и молчаливый Боб. А может быть что-нибудь про Рубоб написали. Шкафы двигать, мне кажется, надо как-то. Как? Может его расхреначить просто? Просто вот взять и раздолбать его. Вот, мне кажется, за шкафом там все ништяки. Но нет. Когда кажется, надо креститься, да, Олежа? Может быть, на шкаф запрыгнуть? На шкафу ничего нет. Так. Пробуем выключить свет. Так, выключаем. Ничего. Может быть. А я проектор не могу взять? Не могу. Мне кажется, лампу надо как-то переместить. Но сюда что-то принести надо. А там особо и нести. Пятнашка баксов, чувачок. Не знаю о чем-то, но если это мне, то спасибо. Так, может быть, газета. А что? Я не могу ее. Я могу просто погладить пальцем, поскрести ногтем, но. Да ё-моё! Так, местные жители боятся, что шахтеры все запорошат пылью.
Ну, хотя бы мы понимаем, что творилось в Гренландии в те годы. И на том спасибо. Здорово. Великолепно. Ям-ям. Йогуртом падает. Извините. Я пытаюсь сделать все, что могу. Кровь. Артефакт. А, понял. Понял, зеленый шмаровоз. Никак к этому не привыкну. Так. Может, где-нибудь заначка в книге, но я уж... Опа! Опа! Одна. Одна единственная книга. Обацы! Где она? Сучка. И червяк. Книга и червяк. Данные навек. Че, не могу повезти книгу? Ня-ня-ня-ня. Оба. Оба. Опа. Иди к своим, не буду выкидывать, ты еще пригодишься. Иди, иди, иди к своим. Сок-собе. Ой. Стул. Подается. У меня червяк встал, друзья. В хорошем смысле этого слова. Да, сюжета завезли, конечно, Элкер, 1,5 килограмма. Вот только вопрос, что с этим сюжетом делать, потому что все как-то не так, как я рассчитывал. Эх, вот что я. Так, а твичи живые вообще? Твичи. А, да, твичи живые. 19 человек на твиче смотрят. Вам большой привет. Бонич мыслит в правильном направлении, но все равно не то. Дред, я сейчас, сейчас, так, что-то занести. Ну, книга вообще, это такая подозрительная хрень. Книга, согласитесь, весьма подозрительная. Вот с хрена ли ее можно... Хрена ли ее можно? Может, кого-нибудь положить? Или не знаю. Вот одна единственная книга, одна, ее надо как-то раскрыть. А если я по ней долбану киркой? Ну, она раскроется, может быть? Нет, она не раскрывается. Кот на стуле, который Бонич в нору. Засунул. Мы все с тобой, Олег. Ты лучший. Отлично. Спасибо, тройник. Спасибо вообще всем, кто смотрит. Как вы это выдерживаете, не знаю, но бог вам в помощь, как говорится. Одна единственная хрень. Может быть, шкаф подвигать? Может быть, с другой стороны? Может, киркой по нему? Так, ну не может быть, чтобы одна книга была. Стоп, а если я... Стульчик. Вот на шкафу. Может быть, бадя. Так, один шкаф есть, а второй. Может быть, здесь. Тут тоже ничего. Но мы без кота дальше-то не пойдем, ребята, понимаете? Так, хорошо, а что у нас тут? Что у нас тут? Может быть, что-нибудь принести? Кот. Думай, голова. Садовая. Скамеечка кленовая. Ростов, город, Ростов, дол. Вот, ну и как бы тележка. И все, и нам идти больше некуда. Нет, мы можем пойти туда, там собака. И дверь с кодом, понимаете? Могут очень плоскую подсказку, а так надолго застрянешь что-то. Скажи мне... Проектор можно только включать и все. Ну, по-моему, да. Дред, ты мне только одно скажи. Мне не нужно никуда идти. Что это? Я, конечно, сломался. Я лодыжку на ровном месте. Мне не нужно никуда идти для того, чтобы достать код. Если не нужно, я... Это будет... Вот это будет значительная подсказка, потому что... Пока... Проектор верхнего расположения.
Нужно идти. Ну я так и думал, блин. Нужно идти. Ну ладно, пойдемте тогда. А чё, ребят? Ладно, пойдемте. Я думаю, когда мы пойдем и что-нибудь найдем, мы обязательно мы сами допремся. Но мы помним, что здесь есть комната с ультрафиолетом. И дай бог ей, как говорится, здоровье. Стоп, а где моя женщина, ребят? 22:45, женщины нет. Это вот у меня... Передо мной встает вопрос... Опять кто-то... Кого-то запор прорвал. А может это бомбанули учителя и врачи от того, что... Или пенсионеры, которым индексацию не дали. Так, вот поди что. Я всех собак здесь перебил, поэтому можно смело. Сильная, смелая, как лебедь белая. Смело побродить по этим локациям, вот только вспомнить, куда чё, зачем, почему. Да, ребята? Да, ребят. Хорошо. Угу. А отсюда я пришел, что ли? Ага, понятно. Я могу рвануть, короче, кстати, баллон в той дыре. Я могу рвануть баллон в той дыре, ребят. Это может помочь определенно. Еще один баллон я могу рвануть. Ой-ё! Какого? Какого, мать его, хрена? Ё-моё! Ё-моё! А где ящик? Чёрт, я... Это нечестно. Я определенно думал, что... На стенах может быть карта шахты. Блин, хреново, что тут псы еще водятся. А ящики... Черт, я их все разбил. На стенах карта шахты. Ну, вы знаете, проблема в том, что если я даже случайно как-нибудь... Сейчас тут везде такие штуки. Смотрите, вон там цепак. Можно взять её. Нельзя. Так, господа... Ну, мы определенно в жопе, естественно, потому что теперь даже спокойно не побегаешь. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, а отсюда я вообще пришел, да? А, вот ящик. А вот дверь с кодом. А вот она. Женщина. Так, ящики, слава богу, есть. Дверь, которую, как известно, нужно выпилить. Слушайте, ну тут, конечно, жесть с этой шахтой. А, пожалуй, я с ящичком погуляю, с вашего позволения. Жалко, тут столько, конечно... Каштанок еще бегает, судя по всему. Вот этот ящик еще хрен. О, а вот и женщина, ребята. Я сейчас.
12. Можешь еще поболтать с другом. Так, ребята, ну что? Дверь с кодом, ящик. Да. Ладно, ребятушки, продолжаем. Продолжаем разговор, как говорил Карлсон. Тут проблема в том, что ящик не входит в дверной проем. Надеюсь, все понимают, зачем я его сюда пру, да? Там еще пара каштанок, мы их сейчас загномим, а после этого уже спокойненько. Давай, пожалуйста. А твою мать. А потом спокойненько будем рыскать в поисках. Хотя как спокойненько, мы же не знаем, сколько там каштанок. Мы не знаем, сколько там каштанок, соответственно, это может быть проблема определенная. Так, ну что ж. Ребят, это проблема. Вот реально проблема. Я не знаю, как вынести ящик. Так, ну вот так. И... Да ладно, серьезно? Так, хорошо. Но если тебя нельзя вынести, я тебя разобью, тогда что делать? Так, а еще один. Вот этот можно. Вот этот можно. Okay. Ох, ребята, ребятушки. Это точно можно, я знаю. Я знаю. Ты не пройдешь. Отличный значок Гендальфа, Sky Agent. Действительно, ты не пройдешь. А твою ж мать, вот чертова реалистичная физика. Я не могу засадить ящик в этот дверной проем. Хоть ты лопни, хоть ты тресни. Есть. Так, вот это самая веселая часть игры. Я не помню, как я его тащил. Кажется, мелкими вот такими перебежками. Ничего, мы затащим. Во всех смыслах этого слова. Вот так вот. Подзадрачивая немножечко. Но ничего. Мы справимся. Привет, Shoot Him. Давай. Давай, гад. Не, просто уж, раз уж мы тут нашли пару лишних блохосборников, нужно их с ними как-то... Все серьезно? То есть я не смогу его затащить, потому что забор? Нет, слава богу. Ну ладно, вот теперь можно идти гулять. На самом деле уже поспокойнее как-то стало. Вы же понимаете, что я... Вот... Ого! Ого! На этих трубах маркировка паровой системы, они плохо соединены для защиты. Интересно, как их можно использовать для защиты? Нет, я... Я, конечно, все понимаю, ну, то есть... Ё-моё. Нет-нет-нет-нет, пожалуйста. А как я сюда каштанку-то заманю? Это ж нереально. Чёрт. А как я ее загоняю туда, ребят? Сейчас собака на рычаг нажмет. Но она умнее, по идее, должно сработать. Так, не знаю, ребят, как вы.
Ребят, я, кажется, потерял ящик. Тем же путем мне не выйти? А, это вот начало. Я пришел в начало. Ну и слава тебе, Господи. Ломоть мясо в клетку! Точно! 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 Красавец! Я... Ребят, честно, орудуя этой кочергой, я напрочь забыл. Нет, тебе показалось, чуиха. Показалось, правда. Сука, страшно. Страшно, сука. Не знаю, а 4. И дальше. И... А как я ее... Это все замечательно. А как я ее грохну? Ладно. Имхо. Проще воспользоваться старым дедовским способом. Цепочка из кусков мяса. Да в жопу! Столько мяса тратить, ребят, вы чё? О. Пошло не так. И чё? Ладно, я грохну её старым дедовским способом. Так, ну я могу ещё. Конечно. Положить кусочек мяска. И замком ее, да? Сюда я могу ее замком и... Ну, конечно, хочется так экзотически ее грохнуть, безусловно. Так. Я проверю, вешается ли он на дверь. Это дебил, что ли? Он должен вешаться на дверь. Это должно сработать так, что ты вешаешь его на дверь. Да почему? Ну, она тогда выйдет. Она вылезет. Тогда она просто вылезет. Понимаете? Нет, я, конечно, могу закрыть дверь. Вот так вот бочку. Ну это, блин, это рили очень сложно. Хорошо. У меня еще есть много мяса, я. Она ж придет на запах, да? А я тут такой раз. Раз и глаз. Вот они все идут. Мяско. Свежая мясятина. Ну сейчас она меня грохнет. Нет, надо какие-то твари.
Стоять. Стоять. Сдохни, гада. Гадость. Найс. Слушайте, у нас получилось. Ребята, как говорил начальник концлагеря в Освенциме, эксперимент прошел удачно. Можно применять на людях. Еще шутка так себе. А я теперь дверь не открою. Ёкарный бабай. Я теперь дверь не открою. Псина сдохла. Псина вздохла почем зря. Ну ладно. Будем считать, что это была единственная оставшаяся в живых псина. Я в этом не уверен. Ой, как я в этом не уверен. Карта шах. Налево-направо. Вы знаете, в инструкциях бойскаутов всегда учили постоянно ходить налево. И тогда... Да хрен нам. Это хреновая инструкция. Я не знаю, честно говоря, куда идти, но тут бесконечные шахты и... Это крайне увлекательное путешествие. Я понял, как и эти тоже, да, соответственно, использовать фиговины. Но я здесь всех собак перемочил еще. Надеюсь, они не резнулись еще до второго пришествия. Поэтому. Ага. А вот еще один ящик. Внезапно нарисовался, не сотрешь. А это что за дверь? А, и вот так вот не выйти, да. Ага. Да, ребята. Ну, мы встряли, конечно. Свежий хот-дог. Ну да, можно, в принципе, осталось только лаваш найти, и можно смело приторговывать. Открывать точку. Где-нибудь на вокзале с беляшами. Куда идти, решительно непонятно. Непонятно чуть более, чем абсолютно. Где-то на стенах, Дред пишет, должна быть. Здорово, Сталин. Да, нацисты были бы довольны такой хитроумной ловушкой. Но что дальше? Что-то бестолку. Я просто хожу по кругу, как дурак. Тем же путем мне не выйти, да? Ну да. Ну, хорошо, собачка попарилась, в принципе. Банька удалась. Банька удалась. А, для тех, кто сейчас дико хохочет в приступах недоумения, почему стример тупит, сообщаю, у меня топографический кретинизм. Не путать с синкретизмом. Но это назад. А это куда-то вперед, наверное, вроде как, да? И что с этим делать, друзья, я понятия не имею. Так, выйду и налево. Выйду и налево. И я думаю, что это сейчас принесет вам немало лузов, а мне немало страданий. Ага. Мы пришли туда, откуда... Угу. Угу. Тогда вот сюда. Я пытаюсь всячески сосредоточиться, чтобы ничего не пропустить, но... Ну, Дред сказал, что нужно для этой загадки с кодом что-то найти. Понимаете, ребята, что-то найти. А что найти? Не представляется возможным. Да, вот поэтому здесь была бочка, и здесь была бочка. Но, собственно,
Вот сейчас налево или направо? Ну, допустим, налево. Допустим. Мы это допустим. Ага, а тут дверь. Которую не выйти тем же путем, да? Ну, короче, мне пилекать, походу, все-таки. Я спросил, куда, налево или направо, и вот сейчас направо попробую пойти. Ага. И приперся к началу. Здесь налево ящик. Да, тут нет, тут ничего не взять, понимаете? Не дать не взять, как говорится. Ё-моё, это вот мой кошмар, худший кошмар. Я могу здесь провести остаток своих дней. Я вам серьезно. Абсолютно серьезно заявляю, что это для меня как конец. На этом для меня игра может закончиться. Я вообще дупля не отбиваю, куда идти. Я понимаю, что загадка в комнате с ультрафиолетом, но я думаю, что... О, налево, направо, прямо. Это жопа, просто жопа. Так, может быть, цепочку удастся перекусить все-таки. Хоть что-нибудь. Не знаю, обмотаю ее вокруг ноги. Или вокруг собаки. Или повешусь на ней. Я пока не определился. Так, мы пришли к началу. Внимательно, друзья. Мы пришли к началу. Мы шли вправо. Сейчас идем прямо. Налево ничего. Тут прямо собака. А налево ничего. Тут ничего, когда вон сколько всего. Ладно, я просто буду бегать. Я буду бегать в разных направлениях, и авось когда-то, в какой-то момент, я наткнусь на нужное место. И все, это изи страта. Я шел в прошлый раз не к ящику. Вот сейчас пойду к ящику. Нет. Сейчас пойду к ящику. Черт его знает, ребята. Ага. Сюда нет. А в другую сторону? Че? А в какую сторону? Ну вот в эту, например. Тут только ящик. Я забыл, откуда я пришел. Нет, страта должна зарулить. Где-то, ну, через... Может, мясо сварить, не знаю. Ага, вот здесь я уже был. Да, вот я примерно так же, друзья, чувствовал себя... Поступив в новую школу, когда впервые в 8 классе пришел в здание школы, я где-то 2 недели искал выход обратно, и только добрый завхоз мне помог. Отведя к трудовику, я с ним еще пил 1 неделю. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно непонятно. Рванем. Круто. Абсолютно fucking shit, bitch. А я иду, шагаю по шахте. О, я пришел назад. Не знаю, это хорошо или плохо. И я пройти еще смогу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Карта шахты еще где-то горит. Так, направо, прямо и налево. Идем налево. Значит, обратно направо. Налево я был. Значит, вернувшись еще раз и пойдя налево,
На железных ящиках какие-то цифры, не оно? Тут железных ящиков 1,5 ярда. Где? А, не! Вряд ли. 2,7, 8,7. Да нет, это артикулы какие-нибудь. Хотя, конечно... Нет, ну загадка в комнате с ультрафиолетом, поэтому мы забыли про ящики. Но пока я смотрел на ящики, я забыл, с какой стороны я прижал. Конечно, можно попробовать. Можете сказать код, и мы продолжим вникать в сюжет. Подожди, подожди, Нарзул. Ты уже 3 раза сам карту нарисовал. Да, да. Нет. Что это было? Вот карта. И хотя не знаю, этого ли места Дред вот пишет. Так, Дред. Дред прислал мне карту, но ерор. Ерор? Но я... Ага! Шахта 12, благотворительный цех. Шахта 13, вход инструментов, сектор С. Это роскошно. Понять бы еще, где я в этом всем счастье. Но за карту спасибо тебе, дружище. Я... Теперь жить стало легче, жить стало веселей. Высокая нагрузка на процессор почему-то. Я боюсь, что на этом... А сколько... Какая нагрузка еще? Подробнее. Ого! Ни хрена себе! А сфига ли 88? Блин, я удалил все сообщения. Сорян, ребят. Случайно. А и тут же нагрузка упала. Ага. Но с хрена ли такая нагрузка, ребят? Вы с ума сошли? 69%! Пенумбра? Вы чё, ребят? Ну ладно. Ну, я отказываюсь в это верить. Щёчки нормально отъел. Ничего подобного. Это наушники сильно давят на голову. Естественно. Да, ну теперь я напрочь забыл, где я был. Поэтому все заново. А я иду. Они везде одинаковые цифры. Может быть, конечно. Может быть, конечно. А может быть и не конечно. Шагаю по шахте. И я... Все больше на ней шахте, хотя эти больше смахивают на клетку. Не знаешь, нагрузка на жесткий диск. Все нагрузки это норма. Нет, это вообще не норма трейни. Вот у меня она такая примерно, и я понятия не имею, с какого это хрена вообще. Так, я иду к началу. Нет. Я иду. Тя-тя-ра-ри-ра-ри-ра-ра-ра. И вот я снова куда-то, блин, пришел. Я думаю, что это бессмысленно. До некоторой степени. Ну, конечно... Ну выкати, пожалуйста, еще подсказку. Да, Most Fagnum. Я просто понимаешь, вот эти темы с блужданием где-либо, это моя ахиллесова пята. Одна из тысяч. Вот. Я понятия не имею, куда идти. Может быть, что-нибудь в заметках надо посмотреть. Список дел. Но карты здесь что-то не видно. Поэтому в жопу. О! Видишь, Кирт, я с тебя 100 рублей за помощь в настройке твоего компьютера. Не благодари. Короче, я ходил туда, я ходил сюда. Давай пойдем туда, давай пойдем сюда. Давай пойдем вдвоем. Так, ну пойду направо.
Направо еще не ходил. Там, конечно, дико интересно. А, направо тупик. Давай пойдем туда. Тут ничего не открывается. Ну, Дред, а мне здесь надо что-то найти. Я тут никуда не могу зайти. И ничего не могу открыть. Просто. Вот. Будь здоров. Не могу отказать себе удовольствие. Вот, это у меня тоже бомбит сейчас примерно так же. Вот, кусачками можно перекусить все что угодно, кроме, судя по всему, вот этих цепочек. Нет, их перекусить невозможно. А, давайте подумаем. Может быть, все-таки нужно зайти в какой-то дверь. Я понял, эти побегушки бесконечные никуда не приведут. Я уже обошел по кругу раз 300, поэтому я сейчас рандомно отправляюсь в то место, откуда я притаранил стул. А, это снова начало. Ничего, ребята, не переживайте. Так, нагрузка на прост, ну, вряд ли, ну. Че, теперь даже не появляется. Что, теперь даже не появляется, что ли? А, появился. Ничего, ребят, ничего. Не, вы не переживайте. Главное не соковать. Вот если не соковать, вот видите, я нашел это место. Надо все время идти куда-то в одну сторону, и все будет хорошо. Вот, вот она, дверь с кодом. А, я хочу порыться еще немножко в бабушкином сундучке. Авось что-нибудь я поднайду, потому что может какой-нибудь ящик раздолбать. Вот, вот здесь может быть что-нибудь я смогу отвернуть, завернуть. Вон лампа. Нахрена нужна, не понимаю. Тут я мог по двери запрыгнуть на шкаф. Нахрен это нужно, я тоже не понимаю. Можно взять саму дверь, в конце концов. Ты сейчас у входа в блок С. Это кошерно. Что у меня есть? Метла. Пила. А куда мне надо? Вот вопрос. Ух ты, смотрите-ка. Красиво. Ограждение резное. Домик, где резной полисать. Дред, ну то есть нет, ты впрямую не говори, ты просто намекни. Мне нужно попасть в какой-то из отсеков. А вон она. Так. Тут я пса завалил. Пойду направо. А это выход. Надо попасть в один из отсеков. Хорошо. А там двери не открываются. Просто не открываются. Там есть одна дверь, которая не открывается. И она заперта, кстати. Сейчас еще минут 40 побегаю. И найду ее. Сейчас.
Сейчас. О! А это что такое? Смотрите, вообще двери нет. Безобразие. Даже дверь не запилили. Мы с Дредом тебе почти на решение указали. Блин, пацаны, если бы вы знали, насколько я далек от развитой смекалки, насколько я далек от нее. И насколько меня пугают топографические вот эти темы. Если бы вы все это знали, вы бы никогда. Вы бы никогда, никогда не даже не помыслили о том, что вы мне на что-то указали. Сири, надо проходить. Будешь только за бешеное вознаграждение, Сталин. Я, конечно, могу принести вот эту хрень и попробовать отпереть, но тут вряд ли сработает, да? Я могу не пережить такой нервный стресс. Вот это запертая дверь, которая заперта, да? Что это за блок? 291, 27, 297. Угольная шахта. Это угольная шахта. Подсказка пятниц, развратниц. Зря собаку убила, она знала, куда идти. К сожалению, приручить не было никакой возможности, поэтому не получится. Ну, сейчас. Ой, сейчас. Черт, чем я только думаю. Да, судя по всему, жопой. Ну, заперта дверь, что я с ней буду делать, непонятно. Но я нашел угольную шахту. До некоторой степени это же здорово. Правда? Угу. Угольная шахта. Ну, где же вы, когда вы так нужны? Пятница, господи, подсказка. Пятница 13-я! Ага! А какой это номер? Сейчас найдем. Так, пятница 13. Угу. Да. Теперь я понял, что делать. Только не понял, куда идти. А в остальном все было великолепно. Я был на полпути к разгадке этих сложных, таинственных. А-а-а! Так или налево. Не знаю зачем. Иду прямо. Снова иду прямо. Опять иду прямо. Что это за место? Что это за место? Это начало. Фак. Аделард поддержал ваш канал на сумму 250 рублей ровно на хорроры. Ровно на хорроры неплохо получилось. Спасибо, Аделар. Хорроры будут. Куда же я без хорроров-то, ребята? Спасибо за поддержку. Я вот благодаря ей маслице купил хлеб. Так, пятница 13-я. Святой Бак. Че, серьезно, что ли? Это что? Туда нельзя зайти? Нет, ребят. Давайте вы подумайте и скажете что-нибудь хорошее. Ребят, нет. Давайте подумаем сейчас и скажем что-нибудь приятное. То есть баг, и я не могу пройти из-за сраного жука? Нет, я не верю. Этого быть не может. Как так-то? Тут много цифр, но это, конечно же, не код. Что, из-за бага я не могу пройти? Это просто нонсенс. Нонсенс. Это что такое?
почему она закрыта? Какого ляда? Тогда я не виноват, как вы поняли, да? Тогда я делал все, что мог. Сина. А это вот, собственно, ага. В шахту 13, но она закрыта. Отлично поиграли. Какой-то звук там вот идет, да? Может быть, надо, не знаю, что-то сделать. Может, по рации связаться? Не знаю, с кем и зачем. С разрабами игры, возможно. Так, ребята, давайте подумаем. Может быть, мы что-то не сделали? В результате чего? Может, мы не грохнули псину при помощи пара? Парни, 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 я понял! Вы помните какой-то рычаг? Какой-то рычаг. Я жал рычаг. И прозвучал сигнал. Тут что-то бе-бе-бе. Походу он открывает эту ссаную дверь. Ребят, вспоминаем. Вспоминаем. Я жал где-то какой-то рычаг. Так, нам нужно, знаете что? Я вот как дебил взрывал баллоны, а нужно его на перекрестке ставить куда-то вот сюда вот. Вот так вот, что ли. Так, где-то я чего-то там нажимал, и был звук. И был звук. Вот это место. Это будет вход. Так, где-то там была веревка. Где-то там. Вспоминаем. Я, правда, в жизни... Сейчас я вспомню. Да как я вспомню? О чем я только говорю? Я... Вот. Случайно. Случайно забрел. Был какой-то рычаг. Я помню. Я его нажал, и был звук. Или это не в этой локации? Это должен быть в этой. Черт, от лука глаза режет. Но я помню, что в этой локации был рычажочек. Какой-то. Какой-то звучочек был. Так. Так. Так, ребята. Сейчас все будет. Ну, нету здесь никакого пергамента, мой друг. Просто в помине. Даже газету сюда не могу припереть. Только могу жопой поскрипеть. Так, где-то был какой-то рычаг, ребят. Шкафы проверялись. Ну, может быть, конечно, я... на стенке шкафа, конечно, но это все. Ай, лук. Так, схватка. Схватка. Тут пацан висит. Пергамент. Тут, может быть, его подвигать как-нибудь, не знаю. Все там есть, говорят ребята, потому что пергамент в закрытой шахте. Ха-ха! Ах ты твою мать! Да нет тут ничего, ребята. Ничего тут нету. Я могу вот эту еще хрень открыть. Тара-тара-тан, тара-тан, тара-тан-тан.
Тарадан, тарадан, тарадан. Киркой два раза проехаться по нему, но нет. Ребят, давайте судорожно вспоминать. Был рычаг, на который я жмакал и раздавался звук. Мы еще... И мы еще не понимали, а что, не там, где я бежал на прошлой трансляции быстро через всю шахту с этими пауками, а в другом месте. В другом месте, ребята, точно помню, вот как пить дать. Где ж ты есть? Куда книжка делать, кстати? Лол. Видишь, кто-то я не вижу, он есть. Шкаф на себя дернул. Да я пытался. Пытался, ребята, я тут все пытался. Ну вот, не получается. Ни на себя, ни от себя, ни в себя. Никуда не дергается, крокодил не ловится. Я даже червя не могу забрать моего родненького. Нет, я червя заберу. Без червя дальше не пойду. Не оставлю его. Умирать здесь. А хрен там. Он просто перестал перемещаться. Сверху комната выглядит еще более странно. Серьезно, отдайте моего червя. Не хотите играть? Я его заберу червя и уйду. Сволочь. Так, если я отсюда уйду, я сюда приду не скоро. Вы же понимаете, что я это место больше не найду никогда. Но ни хрена тут нету. Вот ни хрена. Даже камень двигать нельзя. Баг? Не знаю. Туда протиснуться нельзя. Но нельзя тоже. Вот. Как я не пытаюсь. На столе, где стена с записками. Записка висит. Я брал. Вот ты эту имеешь в виду? Я брал. Все я брал, бро. Ну не может же это быть эта багуля. Не может. Дверь не открыта. Как не открывалась, так и не открывается. Ну нельзя, нет тут ничего. Проход в шахту 13 должен быть туннель. Туннель. Ну окей. А по поводу стены с записками, ну вот. Заметки про вашего мальчика. Первое число. Седьмое число. Ну, конечно, можно почитать их. Нет, вряд ли в ультрафиолете будет. Проход в шахту 13 выглядит как-то более правдоподобно, потому что у нас есть кирка. Где-то рядом можно порыскать. Но я честно скажу, ребят, я помню, был какой-то рычаг. Какой-то чертов рычаг, и там... Там мы его дергали, еще был звук такой, как сирена. Вот, например, что здесь? А это какая шахта? Еще одна шахта, кстати, смотри. Ой, хрен поймешь.
Вот, одна просто закрыта. Чё? Внушает уважение. Кому? Короче, вот она, закрытая шахта. Ну вот хоть какую-то подсказку, хоть какую-то дырочку. Твою мать. А вот. Проход в шахту. Вообще, в принципе, мы можем, конечно, все стены внимательно так подолбасить. Вот эту дверь не удастся открыть никогда. Ну. Рычаг вроде для другой двери был. Не знаю, может быть, конечно, шваброй можно ее подмести. Да все это бред. Так, шахта, ладно. Одна шахта не открывается, соответственно, отсюда я пришел, да, 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 да. Да, смотрите-ка, я уже практически все выучил. Шутка. Так, прямо еще какая-то хрень была. Допустим, направо уходим. А, конечно! Тут дверь с кодом. Ну и все, я... Собака исчезла. Сильно исчезла, кстати, смотрите. А я не могу дверь открыть, как будто она там есть. Смотрите, какая загадка просто венского леса. Ладно, все великолепно. Что делать? Так. А это куда? А, это тем же путем мне не выйти, да, блин. Открытая дверь, мы запомнили. Так, где-то здесь будет шахта. 13. Псина. По-моему, вот сюда влево от псины. Завтра на работу рано. Давай, Вавас, заходи, если что. Особенно интересно будет смотреть в записи, хотя как, вы же можете промотать. Ну, здесь двери с кодом, здесь бесполезно. Так, я запрям. Ага. Ну какой мудак придумал эти двери, а? Ну серьезно. Ага. Прикольно. О, кстати. Кажется, направо, да? Направо это заваренная шахта. Да, которую никогда не удастся. Была еще одна дверь, которую, типа, можно открыть, только если она заперта просто. Как же весело играть в этот хоррор. В этот хоррор. В этот хоррор. Вот она. И, конечно, припевать лучше... Вот. Вот такие вот катавасии, ребята. Не знаю, что там внушает уважение или нет. Но вот вторая запертая дверь. Берем, соответственно, и долбасим стены. Ну, это бесполезно. Вот она запертая. Вот она, шахта. Ну если она а сзади рычаг, что делать на решетке возле огнетушителя? Рычаг, что делать на решетке возле огнетушителя?
Не может быть, чтобы это был баг. Это как-то очень странно. А, да, он газ пускает. Ты про это? Он пускает газ. Всего лишь. Вот этот вот. Это для того, чтобы хот-доги штамповать. Это для того, чтобы делать шаурму. Банька. Такая вот. Ну что, господа? Кажется, мы приплыли. Конечно, хочется верить в лучшее, но я исследую пространство. Кто-то из ребят сказал, что нужно искать какой-то проход в нее. Проход в эту шахту. Я, конечно, буду помнить об этом долгими зимними ночами, когда буду проходить. Но, по-моему, это жопа. Просто вот жопа, как она выглядит, вот именно так. Можно, конечно, где-то поискать проход. Сирену ты как-то бодрее проходил. Ну, блин. Я не знаю, чем вас развлечь в локации, где я просто бегаю по пустым коридорам. Нет, безусловно, это крайне весело. У меня есть кусачки. Это, конечно, могу. Ну, это бред, опять же. Это выглядит как бред. Так она не открывается. Но вдруг... Ну нет. Она не открывается. Заперта она. Может быть, мы что-то не сделали. Какой-то кусок локации не выполнили. Пока не ясно, но... Ясно только одно. Может, динамитом шваркнуть? Перепилить что-нибудь. Динамитом шваркнуть заманчиво, но, скорее всего, не... все это тупо. Я в комнате с ультрафиолетом облазил все. Снэр, я облазил там каждую впадину. Можно, конечно, попробовать распилить шкаф пилой, но это так тупо, что даже мне кажется это тупым. Притащить с собой какую-нибудь бочку. Но тут тоже все очень тупо. Нет, это... Че? А в комнате около двери с кодом искал. Ну вот, иду. Ну, двери, например, повыносил, но что с ними делать, непонятно. Вот дверь с кодом. Вот код. Ну. Может, и угадаю. Да нет, Дред, ну... Ну как? Как я пробегаю нужный поворот? Я там все уже облазил. Нет, конечно, есть какая-то вероятность, но она, елы-палы, крайне мала. Ну давайте все вместе. Давайте вот сейчас прям напряжемся с вами. И попробуем сделать это вместе. До начала обыщем эту чертову комнату. Но здесь особо даже обыскивать нечего. Вот... В этом беда. Обыскивать нечего. Что вот эти вот можно доски раскидать. Тем временем играть остается минут 15, друзья. Ну,
На следующем стриме мы с вами будем, конечно. Будем, конечно, как сумасшедшие искать выход, но вот пока. Пока просто не представляется возможным что-либо отсюда вытащить. Что-нибудь распилить. Может, шкаф утащить. Может, за шкафом посмотреть. Кстати, был вариант. Но тут ничего нет. Нету ничего. А пришли еще раз карту Дред, пожалуйста. То я видел нагрузку на чат и все распилил. Ну, в смысле, все удалил. Хотя нет, не присылай, подожди. Она же у меня должна быть в истории. Стой, не надо ничего не присылай. Вот она. Вот эта карта. А куда нам нужно-то? Нам нужно в 13-ю шахту. Ну, допустим. Обведенная кружочком. Шахта 12, обогатительный цех. Сектор С, склад инструментов. Судя по всему, мы сейчас на складе инструментов, да? Похоже на то, что вот она большая комната, вход в маленькую. И направо. Ну, давайте по ней и попрем. Я, конечно, могу затупить, но вряд ли. Комната и коридорчик. Можно налево, направо. Нам нужно в шахту 13. Идем направо. Блин, ё-моё, ну это просто жесть. Это просто жесть. Нам нужно направо. Дальше идет поворот налево. Идем направо, поворот налево. Повернули. Еще идем направо и налево. А я все забыл. Мне надо как-то по-другому, иначе я сейчас буду очень-очень тупить. Повернули направо. Встали перед поворотом. Повернули налево. И встали перед развилкой. Повернули налево и встали перед развилкой. Вот она, развилка. Сейчас направо. И встали перед поворотом налево. Сейчас направо. И встали перед поворотом налево. Встали. Пошли прямо и налево. И перед поворотом направо встали. Пошли прямо и налево. И перед поворотом направо встали. Смотрим как бы на этот поворот. И идем туда. Направо и дверь. Здесь, по идее, должен быть такой сектор. Да, вот он. Вот он, этот сектор. Ну вот. А вот она. Вот, собственно, этот сектор. Вон там дверь в шахту, а вот тут какой-то кружочек. Какого мать его хера?
What the fuck? Я там точно все жал. Я точно все жал. Какого? Какого? Она не открыла. What the fuck? А там что? Сейчас заблудимся, ребят. А там тупик. Да, ребят, ну не может такого быть. Я точно жал. Я не мог пройти мимо этой двери. Я ее 150-100-500 раз. А в жопу. Какого? Сейчас такая груда булыжек и магазины. Зачем? Чтобы оказаться в охранном зале же. Ну и че? Ничего. Кусачки. Да не надо пилу. Пилу сюда, кусачки сюда. Нет, как нет? Да-да! Я 100 раз так делал. Так, спокойно, я все равно не пойму! Скверное время могла не открыться. Да. С киркой в руке дверь могла не открыться. Пишет Аки ноги. Ну, главное, ребят, я завидую всем, кто будет смотреть запись. Пожалуйста, напишите в записи, чтобы люди обязательно смотрели все, начиная со второго часа стрима. Иначе пропустят очень смешной момент. Очень! Нереально смешной. Всю суть происходящего пропустят. Ну, не одним же вам страдать, правильно, с другой стороны? Пускай все помучаются. Тоннели, туннели, лаза, преисподняя, наверное, лаза, лаза, затем лучше не задерживаться. А? Тут кислоту кто-то разлил. Баневур, посмотри вокруг. Да. Мило, мило. Нет, ну можно тут пойти налево, чаще. А чего бы и не пойти-то, а? Классно же. Мост подвесной. Но не упадет. Цепочки. Еще раз. Должен разбиться. Должен. Это же камень. А это кирка. Серьезно. Блин. Просто кто-то заткнул дыру. Шатка груда булыжника. Так не один. Мне нужно сдвинуть один. Нагаш, я не тупил, там просто я открыл, короче, сломал игру, открыл новый баг. Посмотри запись потом в этом моменте, ты увидишь очень крутой момент. Я просто взломал игру. Там народ был в шоке, правда, люди? Ладно, хер с ним, я знаю, куда идти. Я просто попробовал. Полин, тут пауки. Пауки-то всегда плохо. Окей. Да-да. Снова просак этот игровой. А! Ах ты твою маму! Ну почему? Почему это место пытается убить меня? Ну почему? Ну почему? Расстаться все же нам. Шуфик вон классно подпел. Так, ладно, тут надо не шуметь, потому что. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Страшные звуки вернулись. Нет-нет-нет-нет-нет. Страшные звуки вернулись. Это страшно. Они же страшны. Так, ребята. Жуткая музыка. Нет, нет, нет. Пауки. Иду прямо. А! Сука! Спокойно, 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 ребята. Главное не бздеть. Что-то я как-то испугался.
Ну понятно. И сколько их там? Скажите сколько, просто скажите сколько. Ёпта, я чувствую, он вылезет в другую сторону. А пошло оно все в жопу. Ребята, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, кажется, нас убивают. Тут яйца. Сейчас они появятся. А! Зачем? Зачем? Зачем я это сделал? У меня развивается уже, блин, нервная истерия от этой игры. Так, налево пойдешь, коня потеряешь. Ну, пойдем сюда. Хотя это не важно, судя по всему, потому что вот так все, да, обстоит. Ну да, не важно, куда идти. Надо идти прямо, только яйца избегать. Яйца надо избегать. Пойдемте сюда. А чё? Прикольно. Да ну в жопу, ребят, вы... Нет. Да вы серьезно? Нет, я... Я все время иду. Никуда я не... О! Я куда-то пришел. Найс! А, сука! А, на, сволочь. На! Единственный, кто тут был. Я тебя тут похороню нахрен. Тебя даже мать-паучиха не найдет. А! Черт, второй! Второй! А! А, третий! А! Падлы, падлы! Окей. Окей. Я пройду. Нет, идем туда, где есть камни. Теперь идем в темноту. А, ничего. Еще камни. Нет. Я просто никого не трогаю. Я лезу себе и лезу. А, я сейчас соберу всю тварь, всю эту шелупонь за собой. И приведу гигантский хвост. А, я помню это место. Так. Чем-то задвинуть ящик. Один мощный обвал, кажется. Что это, книжка? Нет. Меня пока не обнаружили. Развел, как же реально сломал план, сколько же народу здесь работало. Сколько из них погибло? Я не знаю. Сука! Целое достижение на следующий отель. Может, их, а может и нет. А может, да, может, нет. Минус. Черт! Надо чем-то заткнуть дыру. Так, еще раз. Еще раз, Олежа, мы сможем. Мы сможем. Время 12. Время стрима заканчивается. Никто не продлил. Но мы. Мы попробуем прорваться. Последний раз чем-то надо заткнуть это говно. Дыру. Заткнуть. Там же ее заткнуть. Там целая тьма этих созданий. Милых, дружелюбных, маленьких, сладеньких. Паучат. Так, нормально, они все повыползали. Чем заткнуть? Может быть, чем-то поджечь? Твою мать! Что я? Я не заткну тут все! Что это? Непонятно. Да господи! Еще больше камней. Там мне не хватит столько камней, вы с ума сошли. Там паук уткнулся, кажется, и тупит. А нет! Ребят, это чушь. Что это? Не знаю. Вяленое мясо. Меня сейчас грохнут. Стул можно бросить.
трубы сухие, мертвые, скопившаяся вода, темнота ржавчины. Ох, это как страшно. Господи, может быть, обратно нужно ползти? А я тут все завалил. Так, где-то здесь должен быть чертов пергамент. Что это? Что это? Что это такое? Я не понимаю, что это! Серьезно, так, ладно, почитаем. Я записываю эти слова перед нашим инстантным завещанием. Сейчас некогда читать, чувак! Отлично, эти глаза напротив, калейдоскоп огней. Блин! Ну, я нашел, чем заткнуть чертову дыру. Я не понимаю, что это маска шахтера, что ли? Ах ты ж, елочки, ты с палочками. Снова вяленое мясо. Много жратвы. Это все здорово. Вау. Вау, да вы с ума сошли. Я не пользуюсь фонарем. О, тут что такое? Факел. Воронежский. Нет, безусловно, нужные вещи, конечно, нет. Так, смотрим, что еще в шкафах. Что это? Целые шеренги настоящей лотереи. Да блин, да! Ботинки, маска. Мы собираем шахтера, я понял. А вон записка. Чистый лист! Ага, вот теперь понятно. Нужно обратно тем же путем. А как тем же путем? Слушайте, надо рвать динамитом что-нибудь. Обратно-то не пройдешь, нас завалило. Ну шикарно просто. Могу я эту хрень подвигать, нет? Чувак, я понимаю, это, конечно, очень-очень-очень полезная инфа. Но не мог бы ты подсказать мне, господин Рыжий, как отсюда выбраться? Ну, я думаю, динамитом. Пришла пора. Время пришло. В гости отправиться ждет тебя старинный друг. Еще один мощный черт, как же... Так, это ведь был путь на поверхность. Не знаю, куда делись пауки, кстати. О! Эпицентр где-то неподалеку. Так, ладно, это я зря. Зачем мне падающий на голову кусок плиты? Это тут какая-то... Это вообще непонятная... Черная дыра. Но главное, есть сапоги. Вот без сапог я... Понимаете? Без сапог я бы себя чувствовал некомфортно. А сейчас, когда сапоги есть... Я предлагаю немножечко... Совсем чуть-чуть взорвать. Взорвать нахрен эту шахту. Ведь все равно динамитов много. Ну, главное не тупануть. Ой, блин. Да блин! Чертов камень! Не пустите меня! Фу, твою мать! Все, ладно. Я зачем-то рванул динамит. Один. Но у меня еще три. Так что жить будем. Ну, зачем пергамент нужен, мы теперь поняли. А вот и та самая дыра, из которой мы вылезли. Ну, шикарно! Я предлагаю валун-то обратно притарабанить, потому что зачем нам проблема? А мы не можем. А, пауки, сука! Сука, бежать! Бежать! Ну вот все, собственно. Я предлагаю на этом сегодня заканчивать.
Я надеюсь, что мы больше никогда сюда не вернемся. Так, опять нам там какой-то старый хрыч что-то шепчет. А может быть, это просто ветерок шевелит наши волосы, вставшие во всех местах. Все, ребята, на этом сегодня делаем паузу. Было невероятно увлекательно. Спасибо всем. Спасибо всем. Мы с вами обязательно встретимся через неделю на канале Бонивуры, конечно же, каналах Опер Геймер, в рубрике «Хорроры по понедельникам от Краба». Подписывайтесь на каналы, ставьте лайки, добавляйтесь в группу ВК, там регулярно проводятся розыгрыши, там появляются анонсы самым оперативным образом. В общем, спасибо, ребята, всем, кто смотрел. Запись выложу на Good Game, на YouTube, естественно, тоже. И в группе ВКонтакте, опять же, она будет добавлена. До новых радостных встреч. Берегитесь. Кого? Пауков. Пауки — это плохо. Кстати, почему у меня чатик съехал? Я немножко съехал чатик. Сейчас я его подправлю. Вот. Пауки — это плохо. Какие еще сентенции вам почитать? Здоровый образ жизни — это хорошо, кирка — это здорово. Удачи вам, держитесь тут, но денег нет. Пока.